посетителей на втором месте из-за галерей. Но зал для молитвы здесь, наверное, в полтора раза больше, чем в храме Христа Спасителя. Огромный. Замечательное такое движение. Я хочу, чтобы они все знали. Это все на меня мамары, хранящие в свой день, если ты не сыдешь, что выйти от них жестко. Особенно перед теми, кто получал ранение, перед всеми. Назад. Любнера. Вот комиссия. Как бы нос. Это первый. Вот именно в таком виде она и пришла до нас. И тоже какие-то такие вот чудеса. За несколько дней до освящения храма мне приносят эту икону. Я уже понял, что-то складим, да? Да. Вижу, складывается. И с той стороны тоже можно точно. Смотрите. Написано на лафете орудие, которое участвовало в Полтавской битве. Нашли на дне воды, поэтому сохранилось хорошо. Вот, оскреплено оно. Видите, тут специально болты того времени. И там вот отсюда, посмотрите, вот, видите, это приклады винтовки Мосина, вот внизу, на выгоре, такая, 44-го года винтовки. А вот с Полтавской битвы, как бы нос, она была на Полтавской битве. Строили немецких танков? Да. Да, ступени. Наверное, 5% здесь от общего металла. Здесь, что проехали, здесь занимали наших прославленных полков.